Все движения какие взрослые. Может, детский ряд идет. Хей-хей-хей! Стой! Пошел! Вот этот самый ленивый. Мать честная. Да. Сейчас в Москве тротуар. Давай, давай. Это неизбежно. Можете спокойно гладить собачек. Твою мать! Там наши документы, деньги, рация за $1000. Форсирование Днепра. Дерганый. Ага. У меня марки. Thank you.
Ти. Вот так. Мась. Вот. Она пикнула? Да-да. Вот это вот кончик рога, мягкий, хрящевидный, называется пант. Панты. Они очень нежные и наполнены кровью набухшей. Кровь содержит очень много биологически активных веществ. Используют для приготовления лекарства. Вот. Ценится достаточно дорого. Кровь обладает очень такими ценными качествами, стимулирующими. Ее полагается пить, если не хочешь спать. Спасибо. Отлично. А пилят в основном кругленькие, да, ровненькие, да. Аккуратненькие. Сейчас покажу. Опять промазали. Пилят вот такие аккуратненькие, небольшие, ровненькие, кругленькие в сечении. И у производителей, а не у рабочих быков. Вдвоем не сядешь. Северянка, да. Могли бы двухместную взять. Двухместную отдали товарищам. Не, у нас был здесь. А-а-а. Там тяжело таскать. Быков приходил. А, приходил Сибаков? Что сказал? Ножки под... А, до нас спрашивал. Панты резать будем, не будем. Мы печень в микрорадо. Там и легкие. Мы в микрорадо. Печень будешь? Магарка, язык можете... Че, машина? Андрей! А камбалу жарят, да? Да, очень вкусно. Кишки как это снимают? Ой, не знаю, не буду врать. Ну как, через бок. Через бок, да. Да. Бабушка рядом сядет тоже. Бабушка, бабушки с ними лучше. Ты когда мы будем, да? Бабушка вот мозги достает. Пускай мозги будет кому-то ей готовить. А ты вот... Бабушка Нина, садись здесь. Губы-то пускай это крови будет, потом скажу, что это халтурка. Потом не повяжь, что вы... Потом подумает, что она водку пьет. Водку она так умеет. Ну, потом махнут, наверное, дома-то. Ничего, говорит, Лена, вообще уже кровопитой стала. Дома она не покажет. Почему это? Хохлыш тоже это кровь пьет. Поросячь. Там черно-белое, да. А, да. Ну, давай. Кассета такая, что ли? Кассета такая, да? Цветная будет. Будет цветная? Да, очень хорошо, Витя. Ой, мозгами закусывают. Точка номер 26, стойбище номер 1. Часть. Саня, Игорь. Нам Нортланд. Канал. Мясо тут еще. Так, столовый. Газпром надо кормить. Ну, скоро. Давай я поработаю. Тихо. Там Огарыч. Теленок ногу сломал. Будет айбат. Айбат. Земным богам в конце месяца. Едыни! Едыни! Я чиню ему!
А? Помаши еще ручкой. Три карты мне будет не надо, три карты. А это мой топор? Тундра, тундра, тундра. Бесконечно. Вот давай, снимай. Кеку у меня. Маня, куда мать? Маня. Я горку меня лам гору. На вим да там, на вим. На Только это пока. Все. Еще раз нажми, еще раз нажми. Разбавился. Разбавился уже. Мяу, мяу. Не сыне. Лап ты ядом, лап ты ядом, волос. Сын, дай сыр. Дай сыр. Красавица. Растрепанная. Вот они все трое. Самоедки маленькие. Маленькие самоедки. Мой грустный товарищ, махая крылом, кровавую пищу клюет под окном. Тебя тоже надо снять, Айбарюш. У меня уже есть. Снимаешь тебя, Айбарюш? Сейчас попробую. Держу. Радиска Кэт в отчаянии. Ёжик не отвечает. А, мышка в отчаянии. Ага. Молчит еж. Ежик, прием. Аж чум нюдюмя. Ну, кусочек приманки. Убрать свой картох. Импровизированный стол. Жачки, правда, мало. Это мышиная приманка, пропитанная маслом. Бутылочка спирту. GPS-ка. Да, ящик очень. Ящик из-под взрывчатки. Которые тут на каждом шагу валяются. Тлол переплавляем в дрова. Даже не видно границы воды и неба. И пошла она вдаль. И море было ей по колено. На Северный полюс, наверное, собралась. Завершающая процедура. Не брызги на камеру, аппаратура дорого стоит.
Даже не подозреваю, что я буду делать. Да, я думаю, они привыкшие коровы-то. Может, они вертолет как раз провожать приходят. Специально.
Стояночка. Недельку Golden Morel. На, попробуй. Ну ладно. Я рыбу со сгущенкой не ем. А собак не пустили. Потому что они считают, что тубусы что-то зажились на этом свете. И они теперь обижены. Сидят в коробке. Вот гнездышко тулиса. Четыре яичка. У ямки. Слабая подстилка. Ну, птичка тулис. Притворяется раненый. Бедный раненый тулис. Подходите меня и ешьте. Только гнездо оставьте. Все, подходи и бери. Ну ладно, ладно. Не тронем мы ваше гнездо. Да и яйца мелковаты. Ну и что прилетел? Рыбу вареную жрать? Конечно, вареный прыжьял всем нравится. Как на него пали? А не боятся, а он жрет.
Возьми швабру и разгони их. Маленько, возьми швабру, дай с ним. Возьми, возьми, возьми. Помахай. Гусей швабры разгоняли. Ну ныряйте же, елки-палки. Муксун чайками поклеванный. Это вот камбала. Такая полярная. Она больше не бывает. С ладошку. У нее ненецкое название — ладошка. Очень вкусная. Нежненькая, жирненькая. А это чудовище с карских глубин. Ужасная зверюга. Вот. Вся в колючках. Имеет жуткое ненецкое название тырцы, что означает растрепанный. По-русски более прозаично — бычок рогатый. Слушай, Витька, ты так крутишь, что я за тобой. Татарки подплыли. Все рядом. Можно даже из окна смотреть. Правда, через решетку. Количество дичи. Надо пойти поохотиться. Ну-с, посмотрим, что получится из этого. Коля. Получилось из этого вот что. Вполне упитанный.
Сюда сядь. Я вижу, только стоя, потому что... Маришки проснулись. Это суд. Вот всего горстка патрончиков. Это мои вкусные носки. Очень они понравились комарам. Гедельеган. Калиус сибирский. В этом леди. А где он? А, вот вижу. Посмотри, над камнем. Синий плавник. Вытаскивай. Ты какой синий плавник. Подожди. Это наш обед. Будем обед? Ну, видим, да. Теперь, видимо, будем. Давай его сблизи по близким фильм. Давай, пожалуйста. Останови.
лесу. О, блесну с ними, какая блесна. Вот для габаритов. И вот этот плавник тоже замечательный. Очень красивый. Такие вот две филейки получаются, суки. А это все. Из этого уха с собакаком. Из этого уха, конечно, классно. Особенно, если много. Голов, я голову отвариваю обычно.